Вот даже интересно, сейчас кто волнуется больше? Публика, которая впервые на взрослых прокатах увидит Софью Акатьеву, или сама Софья Акатьева, для которой это выступление среди спортсменов по сравнению с ней, умудренных опытом на взрослых турнирах, будет представлять свою программу впервые? Такое впечатление, что когда Софья выходит на лед, ей не подвластны никакие эмоции, кроме уверенности в собственных силах. Так ли это на самом деле, узнаем, возможно, уже в течение этого сезона. Еще одна фигуристка, которая представляет тренерскую группу Итери Тутберидзе, наш суперсоник, 15-летняя надежда мирового фигурного катания Софья Акатьева. Очень интересная девочка. Просто такая надежда. Ей 15 лет. Ей 15 лет. Она начала с тройного акцента. И все, что у нее было, она сделала идеально. Вот это супер. Да. Тройной акцент был с небольшой ошибочкой на приземлении. И она очень хорошо чувствует эту музыку. Значит, непростая музыка. Мне показалось, что это очень весенняя программа. Да. Ну и вращение, которое у меня. Да, чуть не это. Тренировали. Хорошо, еще в пятый. Испугалась там в этом вращении. Только так, когда тренер требует идеала, даже когда остальным кажется, что все сделано безупречно, ты растешь и в итоге добиваешься своего. Ты не мечтаешь о будущем, ты его создаешь. Сегодня все в твоих руках. Установи приложение Тинькофф Инвестиции и инвестируй, чтобы опередить время.
Мне кажется, я разгадал эту программу, не знаю, на 100% ли, мне показалось, что эта программа такая весенняя, когда Софья как просыпается цветок. Да, музыка из-под снега. Как будто бы весенняя, да. Весеннее, все вокруг просыпается. Мне тоже так показалось. И эта программа, этот образ Софьи Акатьевой дает нам надежду. Софья Акатьева, дорогие друзья, давайте все ее поприветствуем, потому что сегодня у Сони дебют. Сонь, ты пошла на риск. Конечно, чуть-чуть маленькая помарка была, но это самый сложный прыжок, который можно сделать в короткой, в женской программе, можно так сказать. Ну, скажи свои эмоции сейчас, поделись с нами. Я очень рада, что я выступаю здесь. Для меня это большая честь и ответственность. По поводу акселя, я очень много над ним работала, какое-то время он не получался, но в этот момент главное не сдаваться, я продолжила его тренировать, и он получился. Буду над ним работать больше. Я уверен, что у тебя все обязательно получится, но хоть чуть-чуть страшно-то сегодня было на новом уровне? Да, когда я вышла на лед, немного волнения было, но, в принципе, оно есть и на всех соревнованиях. Я учусь с ним бороться, как-то себя расслаблять перед прокатом. Но для меня это новый уровень. Я очень рада, что я катаюсь сегодня здесь. Спасибо. И последний вопрос я хотела тебе задать. У тебя недавно была травма колена. Как ты так смогла быстро подготовиться к контрольным прокатам? Конечно, было тяжело, но... Я старалась тренироваться по максимуму, сколько я могу. Там, колено становится уже лучше. Надеюсь, что все будет хорошо. Спасибо, что ты сегодня с нами была. И завтра очень тебя ждем. И надеемся на хороший прокат. Это только начало большого пути, я абсолютно уверен. Поэтому мы тебя провожаем в раздевалку. И завтра увидимся снова.